Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Проклятый коронавирус. Уже сколько месяцев он терзает мир и пока не собирается отступать. Вот и Анита Цой оказалась им поражена. Последние дни жизнь в социальных сетях Аниты Цой буквально замерла. Привыкшие к ежедневным постам поклонники звезды обеспокоились ее внезапным исчезновением. Сегодня стало известно, что певица была экстренно доставлена в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19. С первых дней пандемии Анита была на передовой мер предосторожности и профилактики коронавируса. И все это только для того, чтобы обезопасить здоровье своих пожилых родителей, которые живут вместе со звездой и относятся к группе риска по этому серьезному заболеванию. По словам членов семьи, певица провела в жесткой самоизоляции 3 месяца, требуя от себя и обслуживающего персонала дома неукоснительного соблюдения норм безопасности по COVID-19. Поэтому вопрос о том, каким образом Анита подхватила вирус, остается открытым. Врачи говорят, что состояние серьезное, но не безнадежное. К счастью, в больнице есть все необходимые медицинские препараты для спасения любимой миллионами певицы. Нам же остается молиться за Аниту. Напомним, что по состоянию на 30 июня в России выявлено 6693 случая заболевания коронавирусом. 745 заболевших в Москве.